В непринужденной обстановке встретился аким города Миржан Сатканов с активной молодежью города. Уральцы рассказали градоначальнику, с какими трудностями они сталкиваются и какие проекты хотели бы реализовать. В неформальной обстановке и за чашечкой чая глава города побеседовал с молодежью. Поговорить им было о чем. Темы разные, актуальные вопросы, обучение, дальнейшие планы. Встреча проходит просто отлично. Легкое, непринужденное общение. Как мы все знаем, этот год объявлен президентом годом детей. Наш фонд также продолжит помогать нуждающимся семьям при Урале. В этом году планируем приобрести дома для 20 таких семей. Кроме того, нашему фонду исполняется 5 лет. Глава города обещал поддержать нас в организации праздничного мероприятия. На встрече с акимом начинающие предприниматели, спортсмены, волонтеры. Так, например, Берман Исаев рассказал о начале нового трудового сезона бойцов. Жасыл Ель в этом году планирует охватить более 1000 молодых приуральцев. Сегодня мы смогли лично пообщаться с главой города. Мы обсудили текущие вопросы по нашему штабу о начале нового сезона. Также мы предложили новые микрорайоны, как Круглоозерное и Желаево. Аким города нас поддержал. И я считаю, что этот вопрос решится в скором времени. На встрече, которая проходила под открытым небом, обсуждались достижения и актуальные вопросы молодежи, для которой сейчас создаются хорошие условия, отметили участники мероприятия и поблагодарили за открытый диалог. Альбина Кумургалиева, Талгат Муратбаев, Алтынбек Кабделов, телеканал Акжаик.